Это картина, этюды к ней, эскизы и вообще размышления о ней. Они шли очень долго. И вы знаете, наверное, все не случайно. Может быть, как-то вот Господь отводил меня, вот чтобы я хотел ее и несколько лет назад уже начать. Что-то не складывалось. Но когда вот я занимался росписями во Флорищах, в монастыре мужском, это под Гороховцом, и мне повезло, очень даже повезло. Там были крестные ходы, люди шли на Дивеево, проносили святыни, православные иконы, и я участвовал в этих ходах. Ну, там километров 5, скажем, я вот помогал нести на плечах вот эти иконы. Вот. Это, знаете, это очень тяжелое дело. А когда понимаешь, что люди еще впереди, у них 300 километров пройти, это, ну, как бы без помощи свыше это совершенно как бы не объяснить. И невозможно вот на такой подвиг подняться. И когда я вот это хотя бы чуть-чуть тоже на себе почувствовал, вот я как бы вот тогда и понял, как, наверное, эту работу делать. Но потом уже в эту тему я входил больше, больше, как и сбор материала, сбор этюда, мне помогали, я делал зарисовки, сделал этюды. Как-то вот работа нарастает, она вот как-то нарастает, нарастает, и тема, углубляешься в нее, как и тема самого креста. Ко мне приходил один человек православный, он сказал, что тебе надо посмотреть кресты, какие были на севере. И оказывается, я к этой теме, когда стал более серьезно, подошел. Сначала альбомы, потом просто поискал еще в интернете. И действительно, на севере ставились вот эти кресты на таких знаковых местах. Они вплоть до 5 метров высотой были. Совершенно удивительные кресты. Но дерево есть дерево. Мало что сохранилось. Что-то уже в музеях. Но я вот посмотрел, насколько это было красиво. Вот насколько тоже со вкусом. Вообще все, что делали наши предки, я считаю, что это было не только одухотворено, но еще очень красиво по вкусу, по гармонии, по красоте. И я хотел вот здесь тоже крест передать, такой вековой, многовековой, может быть, поскрипывающий, может, такой, но люди несут его с радостью, вот, потому что это люди осознают смысл. Крест дает смысл нашей жизни. Как бы вот я так вижу эту работу. Несение креста, я считаю, что это одна из важнейших тем для Виктора Бычкова. Несение креста в иконографии западного искусства очень важный момент всегда было. Несение креста – это и Босх, это и Брейгель. Мы помним эти века, когда просто пронизано, просто эти работы были иконографически пронизаны именно несением креста. То есть это была одна из самых таких типичных работ тех времен Средневековья и эпохи Возрождения. Вот. И вдруг неожиданно появляется в нашем 21 веке такой художник, как Виктор Бычков. То есть совершенно неожиданное для нас. Почему? Потому что в православной иконографии нет несения креста, есть воздвижение креста Господня. У нас праздничное отношение к кресту, у нас такое православное, очень праздничное отношение. Но у Виктора Бычкова это связано с жизнью, с нашим народом, с нашим трудным таким крестом по-настоящему. Не случайно у него женщины несут крест, не случайно здесь вот схемонах несет крест, дети помогают нести крест, потому что крест действительно очень тяжелый в нашей жизни, очень тяжелый крест. И поэтому он реалистически разъясняет нам, что нам в нашем состоянии надо сделать. Надо достойно принести крест Отечества. Достойно. Поэтому мы видим его маленькие работы, где то же самое ощущается. Ощущается просветление от храма. Вот я когда разговаривал с Виктором, я посетил его мастерскую, я был потрясен, что такая огромная работа, как она могла вместиться.